кто бы знал, что мы пойдем в пробку посреди гор. Но тут красиво. Лафонисия считается одним из красивейших пляжей мира. Настолько ужасно, настолько разочарована. Ну, в общем, рассказываю секрет. Привет! Сегодня вторник, и мы едем на пляж Лафонисия. Но по дороге заедем еще на Кедровый пляж. Он так называется. Посмотрим, я там не была, там должно быть много кедровых деревьев. А сейчас мы в дороге, дорога вообще не длинная, где-то 40 километров, но из-за того, что тут постоянно горный серпантин, вот между таких вот сел и домиков, тут просто объезжаешь порог дома, и дорога часто односторонняя, то мы будем ехать где-то больше часа. Дорога покрытие нормальное, в отличие от того, что было вчера на Баласе, так что это хотя бы радует. Так что смотрите, как тут красиво. А мы в пробке перед туннелем, там, где по одному ряду машин проезжает, это туннель в скале. Так что кто бы знал, что мы пойдем в пробку посреди гор. Ура, мы добрались до Кедрового пляжа. Это было не так просто. Сейчас покажу, тут очень прикольный вид. Спустились мы вниз, очень красивые пейзажи тут. Судя по машинам сверху, тут, ну, людей 10, не больше, и то их не видно. Такие зеленые деревья, светленький песочек. Класс. А, и очень синее море. Подойду сейчас поближе. Краткий обзор пляжа Кедра Дадос. Ехать довольно сюда нелегко, в плане, что нужно свернуть возле Лафониси и по совсем неочевидной дороге, грунтовой, добраться сюда. Тут очень красиво, синее море, зеленые деревья, камушки, светлый песочек, но инфраструктуры тут нет, то есть все с собой берите, если сюда приедете. Там ни водички купить, ничего. Но тут красиво. Ну что, мы добрались до пляжа Лафонисия. Лафонисия считается одним из красивейших пляжей мира. Там топ-10 или, не знаю, топ-топ-топ. Но, если честно, я разочарована. Во-первых, я тут уже была. И мы были здесь, когда не было ни души просто, ни шезлонга, ни человека. И было очень красиво. Сейчас тут просто яблоко негде упасть. Настолько ужасно, настолько разочарованно, что... Ну, сейчас все увидите. Мы еле нашли, где присесть. И то я несла на руках шезлонги самостоятельно. Я вам еще покажу. Пейзажи тут. Чтобы сфоткаться,
там, где нет людей, приходится топать далеко по воде. Хорошо, что тут по колено воды, и можно идти так далеко. Ну, вообще, рассказываю секрет. Было миллион людей, потому что сюда туристов некоторых привозят на автобусах. И автобусов было действительно много. Но в 4 часа, запоминайте, 16:00, всех отсюда увозят. И людей становится просто на 70% меньше. Поэтому или приезжайте с утра, или уже где-то к 4. Тогда тут отлично. Ханья очень красивый город, не только вот эта гавань, которая самое популярное место, да, там где куча просто ресторанчиков, но обязательно нужно еще походить по улочкам этим маленьким, узким, очень прикольные, они такие прям няшные-няшные, магазинчиков, куча лавочек всяких, классно вообще. Возле любой двери очень красиво. Смотрите, мы вот тут вот припарковались. Буквально в 20 метрах только что был пожар, горело ТП, его вот тушили. Только что мы стали чуть-чуть дальше.